Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иванова Галина. И в этом коротком видео я хочу вам показать, как довольно легко и быстро сделать красивый цветок из салфеток для украшения праздничного стола. Делается он действительно очень быстро и, надеюсь, пригодится вам не один раз. Беру невысокий стакан, примерно сантиметров 10 высотой, и обычные бумажные салфетки. Вот таким образом. И вкладываю ее в стакан. Ориентируюсь, чтобы здесь вот эти расстояния были примерно одинаковые. Хотя вы можете попробовать и делать по-своему потом. Беру следующую салфетку и укладываю ее тоже опять в стакан. Как бы внахлёст на первую. Вот так. Дальше следующую. И укладываю стакан вот так по кругу. Таким образом можно уложить где-то 15-20 салфеток. Очень красиво будет, если у вас будут такие розы из салфеток стоять разного цвета. Вот так внутри, вот так снаружи. У меня, если честно, первый раз не очень красивая розочка получилась. А вот уже последующие разы более симпатичные вы стали выходить. Ну и последнюю сюда вот так уложу. Вот так. Теперь аккуратно переворачиваю стакан. Ставлю на стол. И достаю стакан. Получается вот такой довольно симпатичный цветок. На праздничном столе будет дополнительное украшение. На этом сегодня все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и увидимся в новых мастер-классах.